Всем привет, друзья, с вами Пейн, и прямо сейчас мы вместе с вами поиграем в такую замечательную, реально классную игру, которую я пощупал немного. Она называется что-то вроде «Гонки борзых». Да, как вы знаете, существует такой вид спорта, как гонки собак, собачьи гонки, да. И в них соревнуются преимущественно собаки породы борзая. Такие дела, поэтому... Вот и все. Так, значит. Ставь лайк или я отрублю твою сосиску. Мы услышали. Я уже два раза пробовал. Пушка у меня не получилась. Я зашел, сразу же зафейлился. То есть я там довел ее до болезни по невнимательности своей. И у меня деньги кончились, и пришлось все фейлить. А вот с лайки все получилось. Короче, сейчас надо создать новую собаку. Так, новую борзую. Белая, серая. Ну, черная по-любому. По-любому черная. Ага. А как будет называться-то? Мне нравилось имя Пушка, правда. Оно так подходит. Давайте Пушкой оставим. С первой Пушкой у меня не удалось. Вот это будет настоящая Пушка. Первая это был так, это... Это была шутка, а вот теперь у меня настоящая пушка. Так, значит, мы выбираем наш стиль собаки. То есть она будет быстро стартовать, быстро финишировать или как бы стабильно во время всего раунда бежать как бы, ну, быстрее. Ну, короче, я обычно выбираю вот этот параметр, что-то вроде стабильности. Тут очень много текста, который я не буду читать, потому что... Ну, тут невероятно много текста, тут реально очень много текста будет, ну, именно во время обучения, поэтому давайте сразу его проскипаем весь, чтобы нам не мешало. Короче, это наш дом, это, значит, состояние, это настроение собаки, оно сейчас отличное, и ХП тоже в порядке, ну, на сотне. И наши деньги, $750. Дальше, теперь нам нужно отрегулировать, что наша собака перед сном будет принимать. Вот сейчас у нее стоит перед сном... За 50 баксов дешевая еда. Я хочу поставить среднюю еду. Эта еда будет влиять на финиш и на стамину 5%. Ну, то есть, влиять на финиш, это скорость на финише. Значит, моя собака. Вот ее стамина. У нее нету болезней. Вот ее скорость 4. И ее дефолтная скорость 4. Хорошо. Значит, у нас есть 750 баксов. Привет. Это магазин. Здесь нам могут продать всякие веселые штуки. Так, значит, к скорости 0,5. Ага. Жизни. Давайте возьмем вот этот замечательный, я не знаю, что это, ошейник, да? Ошейник. И сходим разок на тренировочку. Тренироваться здесь можно, как бы, два вида тренировок. Можно на выносливость, можно на скорость. Я буду тренироваться на скорость преимущественно, потому что это более эффективно в данном случае. То есть на стамину надо тренироваться, если ты плохо кликаешь там, ну, именно там будет такое задание, когда ты бежишь на чемпионатах, там она будет кликать в нужный момент. Быстро будут пролетать круги, как бы, и в них надо будет успеть кликнуть. Если не успеваешь... то ты в пролете. Если успеваешь, все нормально. Поэтому я стамину прокачивать не буду, потому что я, так скажем, опытный в этом плане. Поэтому я сразу буду прокачивать скорость. У меня осталось 50 выносливости, и я прямо на этих 50 выносливости сейчас буду выигрывать соревнования. Ну, я, по крайней мере, надеюсь, что у меня это получится с первого раза. Давайте попробуем. Фух, соревнования. Угу. Ну что ж, поехали. Следите за пушкой. Ну, пока такое. Давай, пушечка! Ты должна! Ну, я тебе дорогой ужин заказал. Просто так, что ли? Ошейник какой купил. Смачный. На скорость-то. Ну-ну-ну-ну-ну-ну! Да, все самки твои. Все самки твои, молодец. Первое место.
Пушка первое место. Блин, а пушка же это как в женском роде. Но это парень, это парень. Это парень пушка. Бывает. Так, 825 баксов у меня. 250 я поднял. И все. Видите, выносливости нет. Нужно идти спать. Окей. И мы можем что-нибудь купить. Так, к жизням, к резисту. Я, наверное, куплю к резисту. Чтобы она меньше уставала. И куплю к выносливости и на финиш к скорости. Так, можно сходить к ветеринару. Давайте зайдем. И сделаем эту самую. Как она называется-то? Прививку, короче. Что-то вроде прививки, чтобы, не дай бог, не заболеть. Она может заболеть от плохой еды, от... Да, чего угодно она может заболеть разными болезнями, поэтому мы же не хотим, чтобы пушка заболела. Ну, заболел, то есть. Так что, давай. Значит, мы заказали что? Хорошую еду. Будем спать. Сон стоит... Нет, стоп, мы не заказали хорошую еду. Сет. Все. Сон будет стоить 100 баксов. Ну, то есть он перед сном ест на 100 баксов. На 100 баксов ест, прикиньте, пес. На 100 баксов! Ну, да. Он ест свежих детей африканских. Такие у него предпочтения, я не виноват. Это пушка. Он сумасшедший, ну ничего. Так, этот день мы продолжим так же. Мы потренируемся на скорость и пойдем выигрывать соревнования. Это оптимально сейчас, пока у нас нет как бы много денег. И мы можем хорошо питаться, кстати, это очень важно. Главное не перебарщивать здесь. А то у него собьется дыхание, и он остановится в тренировке. Все, теперь идем на соревновашечки выигрывать. Здравствуйте, соревновашечки. Я могу делать ставки, кстати, ставить на разных собак. Но я не могу ставить на себя. Поэтому это бред. Я не знаю, какие собаки какие, поэтому, ребята, я не шарю. Я просто буду делать свое дело. Выигрывать. Та-та-рум. Давай, пушка, давай! Чё у тебя на голове, парик? А, я красную нажал, я смотрел на пушку просто. Пушка! Обгоняй эту свинью! С ушами! Давай, 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 давай! Давай, 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 давай! Молодец! Просто невероятно. Ну, я там взял на финиш, вы видели, прокачанную шмотку, и он затащил, короче. Он молодец. Так, трофеев у нас пока нет. Эффектов у нас тоже нет. Ладно. Состояние хорошее. Ну, то есть, ХП фулл, состояние не очень. Идем спать. Перед сном ест на 100 баксов. На 100 баксов, господи. Да люди перед сном на 100 баксов не едят. А ты ешь, борзая собака, по-настоящему. Ну ладно. Стоп. Что-то не так. Что не так? Так, стоп. Это случайно не с желудком? А, стоп, нет. Это же не с... Да, все понял. Значит, собаке что-то не нравится. Именно в ее настроении что-то не так. И как это фиксится, я не знаю. Как ее настроение поднять? Ну, не думаю, что... Ну, давайте... Ладно, хрен с ним. О! Сработало! Ха! Мячиком настроение поднял, окей. Так, давайте так же пока сделаем. Пока можем тренировать скорость, будем тренировать скорость. Это на самом деле скоро будет стоить очень дорого. Со временем цена растет. Ну, не со временем, а с использованием. То есть с каждым, ну, чем выше левел, тем дороже будет прокачиваться. Поэтому надо будет еще разок стаминку вкачать. Ну просто, блин, стамины не сильно, короче, она помогает. Стамина плюс 5. Стоит, не стоит, блин. Сейчас смотрите, 175. Пойду домой поспать один раз. Если она заболеет, то я в жопе. Потому что лечение будет стоить дорого. Ну давайте, короче, ладно. Ставим все на карту. Сейчас прокачиваем скорость.
жрем на 100 баксов, встаем с утра с хорошим настроением, и если она заболеет, то я проиграл. Если она не заболеет, то все будет хорошо. Будем просто надеяться на то, что она не заболеет. Собака моя, в смысле. Ну, точнее, мой пес. Пес. Пушка. Пес-пушка, господи. Илья. Смирись уже с тем, что это собака. Что это она. Хватит обманываться. Так, ну ладно, спать. Просто эта фраза. Все самки твои. Я привык. Ну ладно. Это она, хорошо. Я обманывал. Что с луной? Вы видели эту луну? В ней дырка. Ладно. Нет! Что с твоим настроением? Стоп. Это типа... А теперь что мне нравится? Я даже не знаю, что ему нужно. У него сто баксов получится. Ладно, попробуем выиграть так. Ну блин, с больной собакой выигрывать это, конечно, полная жопа. Полная жопа геморроя. Пошли. Давай, старайся, пушка. Заработай на лечение, на таблеточки заработай. Давай, зарабатывай. Не, в принципе, шансы есть. Он отстает. Пушка, давай. Пушка, ну, мы верим в тебя. На лекарство себе заработай. Блин, не надо было мне рисковать. Второе место максимум. Вот этот дергает парень невероятно над пушкой, которая была. Второе место, ладно. Второе место за счастье сейчас зайдет. Давай, что? Хотя, погоди. Да. Нам как бы все хорошо теперь со здоровьем, но у него проблемы с... Не, он тренироваться не вариант, потому что он поспать нормально не сможет. Придется идти выигрывать соревнования. Что ж теперь? Блин, я его хорошей едой кормлю. Почему у него плохое настроение? Он вроде и не проигрывал. Пушка, почему у тебя плохое настроение? Объясни. Раздражительно. Я что-то даже не могу понять. Обычно я понимаю, в чем дело. Но опять же, ты как комментируешь постоянно, когда комментируешь ролик, ты постоянно в игре что-нибудь пропускаешь, тупишь, там еще что-то. Это как бы нормально, это закономерность. Давай! Не успеешь. Ну блин, у него настроение плохое. Как же так? Я обычно не проигрываю вообще. Блин. Со здоровьем все нормально. Диагнозов нет никаких. Ну какого черта-то? Выспись, пожалуйста, нормально. Давай. Пушка! Пушка! Мне хлопать лень. Ну, не лень. Пока все это делается, в принципе, можно и похлопать. Ладно. Давай. Нет, он заболел! Да какого черта он заболел? Нет. Нет, инфекция. Сколько стоит? 125 баксов. О, боже мой. Вот уродство. Придется занимать говёное место. И, блин, как же... Зачем я начал рисковать? Неоправданный риск. Неоправданный. Так, ну ладно. Сейчас мы должны хотя бы какое-нибудь место занять, чтобы заработать 25 баксов. Хоть какое-нибудь. Вообще любое. Говно. Не тренироваться теперь не могу. Ничего. Идиотизм. И первое место хрен займешь с такой больной собакой. Ну да. Это нечестно, пушка. Лечись. Давай. Молодец. Так, что здесь с настроением? Хреновое у него настроение, очевидно. Но, нет, если я прокачаюсь на стамину, у меня будет ноль, и я не смогу... Ну, собака не сможет поесть перед сном, соответственно, она сдохнет. То бишь, надо идти соревноваться, господи. Жесть. Ну, теперь у него хотя бы настроение плохое, но нормальное здоровье. Давайте хоть со здоровьем нормально постараемся вывести.
А ну, идите сюда, мать вашу. Ту-ру-ру-ру. У меня предыдущая карьера по такому маслу шла, просто жесть. Я так всех рвал. Здесь, блин, рискнул, и я и там рисковал, но там... НЕТ! УРОД! Второй меня выставил этот кусок говна из-за того, что я рискнул один раз. Спи, свинья. Господи, не собака, а какая-то хрень брезгливая. Заболела. Какого черта на третий день? Иммунитет, я тебя дорогой едой кормлю, это... О боже мой, у него опять настроение хреновое. Ты чё ж тебе нужно-то? Нет. Ты почти все, что нужно, купил. Ну, разве это тебе нужно? Кость, не думаю. Блин, ну... Блин, ну я теперь даже потренироваться не могу. Блин, я в тупике, просто в тупике. Какая же тяжелая жизнь выдалась моей собаке в этот раз. Просто тяжелейшая. Но, в принципе, это интереснее, чем смотреть, как я всех подряд рву, наверное. Саундтрек вот именно во время гонок мне очень нравится. Я думаю, куда-нибудь скачать. Ну, то есть не куда-нибудь, а откуда-нибудь. Просто не знаю, как его гуглить, но... Ну, в смысле, название игры, саундтрек. Я думаю, найду. Хотя, знаете, что я думаю? Что я забуду. Поэтому не буду никого обманывать, ничего я не скачаю. Смотрите, она даже с плохим настроением занимает первое место. Потому что я правильно прокачиваю и хорошо ухаживаю. Кормлю лучшей едой. Ну, не лучшей, но хорошей. Вот. А она. Свинюха. Ну ладно, это не самое плохое настроение, так что пойдет. Идем дальше. Давай. Ну, вот этот парень, конечно, который спереди, у него прокачан старт. А у меня не финиш, у меня все. Ну, то есть, у меня стабильность, поэтому я его сделаю. Но меня парит то, что вот кто-то из тех, кто сзади, у них финиш прокачан. И вот сейчас кто-то вот этот дернул. Не успеет, да. Но мог успеть, еще бы там пара метров, и он до меня сделал. Опа, первый мой кубок, отлично. Денег срубил, сколько у меня денег? 875, отлично. Так, значит, получается, у меня новые апгрейды. А, да, апгрейды, значит, мне нужно... Вот. И, значит, резист со стамина. Так. А стоп, а уши уже есть? Не, ушей нет. Вот уши, кстати, хорошо помогают. Ну, давайте еще пару гоночек и закончим на этом. Если что, я в любой момент могу продолжить, так что... Если вам понравилась эта игра настолько, чтобы вы... Что вы хотите увидеть в продолжении, обязательно напишите об этом в комментариях. И, возможно, если комментариев наберется много, то я продолжу. Игра довольно интересная, кстати, и не такая уж и долгая. Если так смотреть геймплея, где-то на часок. То есть, примерно на 3 видео, если вы заходите, я сниму все 3. Все, вы смотрите, у нее нормальное настроение и хорошее здоровьечко. То бишь, мы можем пойти один раз потренироваться. Я постараюсь сделать это быстро. Так, тренирашечки делаем. Главное не перегибать, говорили они. А я и не перегибал. Восемь скорость, нормально. Шоп. А, я же все купил уже, да. Ну все, поехали. Соревновашечки последние. Последние соревновашечки, ну-ка давай. А ну иди к финишу, пушка. Ни хрена себе! Стамины вообще копейки. Сейчас нельзя ошибиться. Пушка! Этот парень только стартовать умеет.
Нет, он меня сделает. Какие же тяжелые будни у пушки, просто жесть. Я знаю, как правильно, я знаю легкий способ всех просто изнасиловать в очко. Но вначале мне так не фартануло, я все на кон поставил и проиграл. И теперь вторым местом давлюсь порою. Ну ладно, друзья. А если вам понравилось это видео, ну опять же, я напоминаю, что вы можете написать в комментариях, что я продолжил, и если вас будет много, то я продолжу. Ну и конечно же, если вам понравилось это видео, то вы можете подписаться на канал, оставить комментарий и поставить лайк. Лайки очень помогают и мотивируют, так что скорее ставьте. Ну а я желаю вам удачи, друзья, всего хорошего и пока!